Всем привет, меня зовут Нова Хольга, и это фэшн-концерт. Мы находимся на самом танцевальном событии года – Big Love Show 2016. Вот сегодня такой светлый праздник, День всех влюбленных. Хотела у вас спросить, какая песня в голове у каждого была с утра? Давайте вместе споем, хорошо? Какая? Давай займемся любовью. Да, это новая песня Макса Барски. Это офигенная песня. Сегодня мы поем ее целый день. Мы в восторге. Какие подарки вы дарили, получили или дарили сегодня своим, может быть, любимым, может быть, друзьям? Я обычно всегда, наверное, это не считается, но я всегда дарила семью свою, вот папу, маму, брату. Хотя говорят, что это глупости, но я всегда дарю. Потому что в день влюбленных это кого ты любишь, это не только мой мужчина. А сейчас не получилось, потому что я не была дома, я в Москве вчера, позавчера мы были в Питере с вами. Вот. А мне никто ничего не подарил пока еще, но меня подарит каждый человек, кто будет нас смотреть, любовь, улыбку, и вот ручки, и это самое главное счастье. У нас было очень много работы, поэтому мы еще не успели поздравить своих близких. Ну вот мы поздравили друг друга, потому что да. Мы любим большой любовью. Я как всегда танцую, это же вас не слушаю. Много любви на фэшн-концерт. Какая вот песня с самого утра крутилась у тебя в голове? Ну, конечно, это будет логично, если я скажу, что потеряла голову, потому что я реально переживала, это мое первое мероприятие, первое выступление в Олимпийском, поэтому, конечно же, эта песня сегодня весь день крутится у меня в голове, чтобы не забыть слова, не забыть хореографию, я очень переживала. Поэтому, конечно же, моя песня «Потеряла голову» сегодня с самого утра и до сих пор крутится у меня в голове. Много любви на фэшн-концерт. Какая песня с самого утра крутилась в голове? Была ли такая? Да, сегодня я слушал вот ту сбивку, которая была перед моим треком, когда я должен выходить на сцену. Я сегодня очень много раз ее прокручивал в плеере, в голове, для того, чтобы вовремя выйти из точки, отпеть так, чтобы все получилось. А вот какой самый подарок неожиданный получил или еще не получал подарок? Или, может, дарил? Для меня неожиданным подарком стало знакомство с моими друзьями, с моими коллегами. Вот, этот подарок я ношу в сердце и в своей душе уже на протяжении долгого времени. Больше мне подарков не надо. Судьба уже и так наградила меня по полной. А вот еще хочу спросить, это же первое Big Love Show, да, на котором ты выступаешь. Какие ощущения? Ой, это просто супер. Сначала был Питер, я просто влюбился в этот город, прекрасная атмосфера, и концерт получился на славу. Публика очень сильно поддерживала меня, и я видел эту взаимосвязь, эту эмпатию, и очень-очень круто. Теперь Москва, и здесь тоже уровень, который ничем не уступает вот питерскому концерту, здесь тоже очень круто. Я просто, у меня, видите, какой словарный сейчас такой идет, не хочу говорить это плохое слово, вы понимаете, о чем я. Очень круто, вы делаете, правда, очень добрый. Дело. Молодцы, Big Love Show, долгих лет жизни вам. Много любви на фэшн-концерт. Какая песня у вас крутилась в голове сегодня с самого утра? Время ближе к весне, иду себе. Говорят, что ЗОЖ это... А какие подарки вы, может быть, получили или подарили уже своим любимым, или не успели еще? Вот у нас самый лучший подарок. Это Big Love Show, это мы, Big Love Show. Да, и самая лучшая валентинка – это те, которые в аптеке заканчиваются. Какой самый оригинальный подарок, можно сказать, ты подарила или получила, или еще не получала? Ты знаешь, я не вспомню оригинального подарка, Я помню, как я написала мужу на песке слова любви. Ушла, хотела его позвать, позвала, мы приходим, а он уже ответил. И это было очень трогательно, на этом же песке. А вот еще, какая песня с самого утра крутится у тебя в голове в этот праздник? Или вообще такой нет? Танечка плачет. Который раз она роняет в речку мячик. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане плеер и левое ухо пульсом бьет, бьет, бьет.
Вот. Много любви на фэшн-концерт. Ага, а какая песня была с утра в голове, может быть, в этот день или нет? Что у меня сегодня с утра не было никакой песни в голове. Никакой. Я отдыхал. А вот под настроение какая песня сегодня? Под настроение песня Стива Вандера «Isn't she lovely?» Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Isn't she wonderful? Она очень позитивная, она именно о счастливой любви, о настоящей. А, и причем это песня о любви не к девушке, а о любви к ребенку. Вот, поэтому... Это очень мило. Да, она в любом случае окрыляет. Отлично. Это Влад Соколовский, «Много любви» на Fashion Concert. Сидь, какая песня с самого утра крутилась у вас в голове? У меня... «Мимо нас пьяное солнце». Нет, у меня другая. У меня «Айовы». Блин, я слова плохо помню. Бьет бит, та-на-на, бьет бит, бьет бит, та-на-на, открыт, та-на-на, открыт. Много любви на фэшн-концерт. Хочу спросить, какая песня в голове с утра у тебя крутилась? Ой, господи, Фудж с группы, я целый день пела песню «Killing Me Softly». А можешь напеть? Я слов, правда, знаю. Что? Turn us up, we will see a show. И так далее. Вопрос. Какой подарок ты получила или хочешь получить в этот прекрасный праздник? Может, дарила кому-то подарок? Я уже получила свои самые главные подарки. Хотела бы получить, как любая девушка, еще больше. И это может быть все, абсолютно все, что угодно. Я люблю любые подарки, начиная от мелочей, заканчивая чем-то таким серьезным. Какая песня с самого утра крутилась в голове? Мы встаем, ложимся с песней «Здравствуй, мам» всегда. Очень много любви на фэшн-концерт. Да. Узнать, какая песня крутилась у вас с самого утра в голове, если была такая. Ты баба-го, ба, ты баба-го. У нас крутилась песня «Опа, Гангнам Стайл». Как вам, в общем, обстановка на Big Love Show 2016? Отличная обстановка, нам очень нравится, очень много коллег наших увидели, поэтому день состоялся. Много любви на Fashion Concert. Может, если честно, хотелось спать, буду очень банально и прозаично, но песня крутилась в голове, почему-то это была песня группы Viagra. Я по тебе так сильно скучаю. И я когда сегодня пришла в Олимпийский, первым делом услышала ее, подумала, что это классное совпадение. Много любви на фэшн-концерт. Какие подарки вы получили в этот светлый праздник? Миллион подарков Артеме, так как у него был день рождения буквально вчера, он получил самое много подарков, включая торт под дверью с бутылкой вина. Я знаю, кто это сделал, девчонки, я знаю. Да, ну в общем, кучу подарков мы получаем, и за каждый вот сегодня, самый маленький подарок. Да, сегодня московский официальный фан-клуб подарил очень клевый подарок мне, глобус такой деревянный, его открываешь, а там бар внутри. Спасибо большое. Видите, вот песня в голове, какая с утра у вас крутилась? Сегодня? Сегодня. На лабутенах и дальше. Много любви для фэшн-концерт. Ага. А какой, может быть, подарок получили или хотите получить? На День Святого Валентина. Огромную любовь неземную. Всех ваших зрителей многочисленных. Всех разом. И желательно вечно. Много любви на Fashion Concert. С вами был Fashion Concert. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Любви вам и добра. С Днем Святого Валентина.